Всем привет, всем ассаламу алейкум, доброе утро всем. Записываю свое видео из солнечного Дагестана, с поселка Беляджея у родителей. С утра встала, что я делала, дети у меня пока спали, попила себе чашку чая и спустилась вниз. Поломала немножко орешков. Если честно, орешки я сейчас не буду готовить, но я на днях здесь хочу приготовить им левенги, если у меня получится, конечно. Тут немножко прошлась по саду, у них вот, смотрите, канадская облепиха какая-то, ягодки такие, но они такие, знаете, приятные на вкус очень. Сейчас на дворе зима, но они еще на дереве, хотя и будет снег, они будут там еще такие красные ягодки, их можно срывать и кушать. Тут тоже вот такие ягодки, и это, как мне как когда-то сказали, тоже китайский какой-то тутовник. Тоже зимой он как бы созревает зимой. Небо такое чистое, ясное. И мои орешки, которые я поломала, их мы будем с мамой вместе чистить. Но в течение сегодняшнего дня. На улице у нас хоть и выглядывает такое тепленькое солнышко, но в теньке очень-очень-очень холодно. Снега у нас не было в Беляджах такого сильного. Но мороз он был. Я собираю полотенце, которое кухонное вешала вечером. Сейчас буду вешать стирку. Мама с утра встала, замесила тесто. Дети у нее просили пирожки. Она раскатывает, она всегда делает так. У нее свой вариант лепки пирожков. Вот. А тут мамины цветы цветут уже. Видит, в окно падает такое теплое солнце. И как бы этим цветам не цвести. Значит, мама раскатывает всегда тесто, потом их нарезает вот такие вот квадратики. Она всегда вот так вот готовит. Не знаю, почему ей так нравится, и для нее так, как она говорит, ей так бывает очень удобно. И вот закрывает, жарит. Пирожки получаются очень вкусные и ничем не отличаются от других пирожков. И тесто как бы не остается. Но она не делает по-другому, она всегда делает так. Я, конечно, помогаю ей жарить, поставила в две сковородки, поставила масло и периодически жарю. Мама там лепит, я жарю. А детки кушают тем временем. На улице у нас, я как и сказала, солнце выглядывает в окошко. Смотрите, цветы у мамы цветут, у мамы на окне очень много разных цветов, она очень-очень любит цветы. Хоть и садовые, хоть и домашние, она любит цветы. Наши пирожочки вкусненькие. И я, которая приступаю к уборке. Смотрите, какой бардак на кухне. Пирожков мы приготовили очень много. Мама хотела отправить куда-то. И смотрите, одним махом я уже убралась на кухне. На кухне чисто, приятно, конечно, в такой чистоте сидеть. Мы с мамой уже все свои дела закончили. Я убралась на кухне и пили чай. Вот, люблю очень, когда порядок. Кстати, когда я убиралась, я у мамы немножко в шкафах тоже прибралась, так как, чтобы ей было немножко удобно брать посуду, которая ей нужна. Поменяла местами некоторые вещи. Хотела, кстати, сегодня приготовить кофе, никак не получилось. Завтра с утра надо будет приготовить. Ну, как я сделала эту уборку, сейчас вы увидите. Уборку я делала очень долго. Все, конечно, поставить в видео я не смогла, но некоторые части я записала, что, как, где делала. Сначала я убираю, получается, вот это все, где мы готовили пирожки. Дети гуляют во дворе. Мама тоже вышла во двор. У нее какие-то дела во дворе есть, она там хочет сделать. Значит, мама вышла с детьми во двор, и я делаю свою уборку. Дальше вы будете смотреть мою уборку, как я ее делаю. Я сначала вот убираю все, все дубски, вот это все, каталку, все убираю, где мы мыли. То есть, где мы лепили этот пирожочки. После я вот мою посуду, хорошенько вымою всю посуду, и дальше буду все убирать поочередно.
Пока мой папа пошел обедать на кухню, я быстро хотела убраться в зале. Здесь папа всегда сидит себе, он целый день, ну, как бы сидит, смотрит телевизор, отдыхает себе. И пока он там обедает, я быстро-быстро решила убраться в зале. Здесь хорошо, хорошенько проветрить хочу немножко, чтобы было для него свежо все, пока он пообедает придет, чтобы здесь тоже было свежо все. Сейчас быстро пропылесошу. Диваны передвигать, это я не знаю почему, это мое самое любимое дело, передвинуть диваны и пропылесосить за диванами. Это для меня самое то. Если я в неделю один или два раза это не сделаю, то у меня сердце будет не все в порядке. Как бы мне нравится, я знаю, когда я знаю, если есть мебель, которую я могу передвинуть, хоть это будет кровать, диван, шкаф какой-то или ну что-либо, да, что я могу передвинуть, то я должна обязательно передвинуть, почистить за, под и дальше делать свое дело. Так мне бывает более спокойно. Я знаю, что дети, хочешь не хочешь, у них что-то попадает под диван, под шкаф, под кровать. Ну, дети есть, на то и дети. Тут я пропылесосила, вот что было под диваном. Были обертки от конфет, фантики, лего, все, все. Вот в комнате я тоже убралась, протираю пыль. Просто вот показываю, что я тоже протираю пыль. Пыль-то я протирала уже. И, конечно же, на окно, на окне есть какие-то пылинки. Так же, как я говорила, моя мама очень любит цветы. И у нее на всех подоконниках обязательно должны быть комнатные цветы. Тут я уже перешла на кухню. Быстро сейчас помою пол. Постелю коврики, ковры. Смотрите. Постелила я уже, убралась на кухне, все чисто. Хочу посмотреть, что делают мои красавицы во дворе. Они еще не пришли со двора. Сегодня у нас было такое солнышко приятное, такое приятное, где был тенек, было очень холодно. Ну а где солнце, очень так и, знаете, хорошо. Вот, у меня повесила одежда, она тоже уже немножко высохла на солнышке. Солнце греет, а тенечек холодит. Вот, это мамин парник, теплица мамина маленькая, она там посадила. Тут дети вот с курами играют, у мамы курочки копают им, червей копают, чтобы они там кушали. Им так приятно, когда они видят, что они клюют что-то. Им бывает интересно, и они еще больше начинают что-то делать. Я тоже решила немножко покопать, показать себя тоже, что я тоже здесь просто так не сижу, постоянно что-то где-то делаю. Вот они потом поклюют там и пойдут себе отдыхать. Так проходят наши дни у родителей. Мы приехали менять паспорта, но задержались. Мама решила немножко открыть своих курей, чтобы они здесь погуляли у нее в саду. Они тоже очень хорошо клюют вот эти канадские ягоды. Ну вот и все, мы пришли домой. Сейчас мы будем с мамой чистить орехи. Будем пить чай, беседовать, чистить орехи все вместе. Как раз мы сегодня достаточно все устали. Я, мама, дети достаточно устали. Сейчас уже у нас время отдыха. Мы уже поужинали. Я вымыла всю посуду. И мы пьем чай с мамой и чистим орешки. Ну, с орешков я, когда буду готовить, конечно же, левенги, я вам тоже обязательно покажу. Так как я его тоже буду готовить первый раз. Мне очень интересно его приготовить. И хочу маме тоже приготовить что-то такое интересное. Я, конечно, готовлю каждый день что-то. Но я думаю, это тоже будет им интересно, вкусно. Вкусно покушают себя. Вот такие вот дела. Ну и, конечно, вот на этих кадрах я хочу закончить свое видео. Уборку сделали. Как бы все свои домашние дела, то, что на сегодняшний день у нас было, мы сделали. Теперь время и отдыхать. Всем спасибо, если вы посмотрели. Я надеюсь, вам мое видео очень понравилось. Вы поставите свои лайки, пальчики вверх. Конечно же, напишите свои комментарии.
Обязательно напишите, поддержите, может, вам что-то интересно. Спросите. Обязательно отвечу, сниму, напишу. Всем-всем спасибо большое. Всем ассаламу алейкум. И вот мои чистые орешки. Такие они красивые. Спасибо всем большое.